говорить, я пастор, поэтому нужно контролировать. Мне жена обычно контролирует так зал, а показывает мне, хватит. Но хочу представить мою супругу Наталью. Твоя мать, это супруга Наталья. Мы служили 8 лет в Израиле. 8 годин служили мы в Израиле. Ну, каким образом? По 3 месяца приезжали весной и осенью. 3 месяца и осенью. И вот в течение 8 лет мы служили. И такая през 8 годин служили мы там. А в 2009 году наша миссия открылась, что нам нужно войти в Израиль. Это главный наш пастор Игорь Семенович. Сейчас он такая миссия, что треба доходить в Израиль. В Америке живет, раньше и пастор Ким Дэвид живет в Америке, в Караганде. И вот с того момента мы вошли в Израиль. И вот он за момент и планировал, что мы с супругой должны там остаться. И планировали мы с супругой, если останем там. Нам нужно было найти еврейские корни. Требовали, чтобы намерим еврейские корни. И там остаться миссионерами. И да останем там, как то миссионеры. Но так случилось, что это не получилось. Так все получилось, и мы все равно служили вот так вот 8 лет в Израиле. И просто так служили мы 8 годин в Израиле. Для нас Израиль очень близок. Я думаю, каждому христианину, то не много близок, рожденному свыше. Мистече за всех христианин близок, кой то роден свыше. Потому что у нас ДНК Авраама. За что мы имеем ДНК на Авраам? Через Иисуса Христа. Мы стали Иисус Христос. Сонаследниками обетования Авраама. Станахме сонаследници на обещанието на Авраам. Поэтому мы любим еврейские песни. Конечно, на иврите мы не будем петь, так как мы не обладаем полнотой вот, понимания израильского и еврейского языка. Не разбираем на полную еврейский язык, что пеем еврейские песни на русский. Я думаю, вы эту песню слышали. Мысли, че знаете эту песню? Подпоете. Можно и танцевать. Раз, раз. Слышно, да? Крона села. Бывает такое. Ничего. Придется электрогитару взять. Конечно, она не для аккомпанемента такого, значит, но постараюсь сыграть. Шалом, мои друзья, храни Господь ваш дом, пусть сердце вам войдет, шалом, шалом. И хоть не прост порой тот мир, где мы живем, пусть окружает нас шалом, шалом. И хоть не прост порой тот мир, где мы живем, пусть окружает нас шалом, шалом. Открыто сердце дверь, живет Дух Божий в нем и наполняет нас шалом, шалом. Улыбка Мессия, давайте день за днем, приносит радость нам шалом, шалом. Улыбка Мессия, давайте день за днем, приносит радость нам шалом, шалом. Эй, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, 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 на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на-най. Идем мы в град святой, там вечность обретем, вместе с ней Господь даруй нам шалом. Нас не смутят пути, которыми пойдем, наградой будет нам шалом, шалом. Нас не смутят пути, которыми пойдем, наградой будет нам шалом, шалом. Эй, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-най, на-на-най.
Господь нам всем. Шалом, шалом, нас не смутят пути, который не поет, наградой будет нам. Шалом, шалом, нас не смутят пути, который не поет, наградой будет нам. Шалом, шалом, эй, на-на-най, на-на-на, на-на-най, на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-най, на-на-най, 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 на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-най, на-на-на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-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 
Амен. Ну вот, думаю, вам, мы подняли немножко вам настроение. Амен. Бог наш, Бог радости, мира и любви. Хорошо. Спасибо.